Современные дома, детские и спортивные площадки – все это выросло в буквальном смысле в поле. Строительство квартала 2038 в индустриальном районе началось в 2018 году. Здесь рождается новый Барнаул. Это принципиально новый Барнаул. Здесь очень хорошо работали архитекторы. Ну и понятно, все вопросы и благоустройства, и квартирография. Значит, все рассчитано на то, чтобы создать максимально комфортную среду для того, чтобы люди здесь жили. По проекту здесь предусмотрены не только жилые дома, многоярусная стоянка, но и детский сад на 330 мест. Его наличие для многих жителей вопрос принципиальный. Ведь возить детей ранним утром на другой конец города – не лучшая перспектива. Застройщик уже провел необходимые работы для возведения здания. Всего на строительство детского сада выделено 350 миллионов рублей. Я бы хотел сказать огромное спасибо Виктору Петровичу Томенко, нашему губернатору. И сегодня финансируется 80%. Из краевого бюджета и 20% из городского. Федеральной программы здесь нет, и правительство Алтайского края, мы видим, практически взяло на себя финансирование. Все жители новостроек, которые покупают здесь квартиры, задают один вопрос. Почему строительство социальных объектов отстает, строительство садиков, школ от сдачи домов? На данный момент мы как раз ярким примером показываем, что все меняется, ситуация меняется, и социальные объекты сейчас сдаются примерно в то же время, когда сдаются дома. Добавим, квартал рассчитан для проживания порядка 5000 человек. Кстати, в перспективе, по словам застройщика, эти дома должны еще стать и лицом города при въезде с аэропорта. Ирина Корчагина, «День с толком».